Территория бизнеса – территория успеха. Найти и поощрить самые интересные предпринимательские проекты – такова задача национальной премии «Бизнес-успех». Сотни предпринимателей из различных городов и районов Московской области встретились в Щелковском районном культурном комплексе на региональном этапе премии. Большой успех начинается с малого. Более 500 предпринимателей, малых и средних, решили встретиться в Щелковском районе, чтобы поделиться своими идеями, наладить взаимодействие и, конечно, выявить лучших в своем деле. С 2011 года национальная премия «Бизнес-успех» стимулирует развитие предпринимательской среды в различных регионах России, в том числе и в Московской области. Малый бизнес в Московской области не уменьшается, а растет. По прошлому году в Московской области было 285 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И последние данные налоговой и статистической отчетности за 9 месяцев показывают, что у нас также идет рост количества малых и средних предприятий. От предпринимателей предпринимателям помочь словом, а может и делом, были призваны специальные мастер-классы. Однако развитие бизнес-среды во многом зависит и от позиции местных властей. Этой актуальной теме посвятили форум, который прошел в рамках премии. В Щелковском районе меры по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса предпринимаются и исполнительной, и представительной властью. Так, по словам главы Щелковского района Надежды Суровцевой, депутатский корпус работает над предоставлением предпринимателям льгот на аренду земельных участков, а Алексей Валов заверил, что администрация всегда готова к диалогу с бизнес-сообществом. В актовом зале все, кто уже достиг определенных успехов в своем деле. Финалисты регионального этапа премии из Москвы, Королева, Хима, Красногорска, Мытищ и Щелково. Каждый проект представлен в определенном направлении. Лучший экспортный, производственный, молодежный проект в сфере торговли и услуг. И нововведение этого года – специальная номинация для женщин-предпринимательниц. Именно в этом разделе презентовать свой бизнес решила и жительница Щелковского района Надежда Зиновьева. Правда, дело выбрала не совсем женское. Ее инженерно-монтажное управление «Инстал» сегодня представляет более 150 направлений в области строительства, технической эксплуатации, монтажа и инжиниринга зданий. Мы нашли свое призвание в участии в государственном муниципальном заказе. Нашими клиентами стали многочисленные госкорпорации. Победители регионального тура примут участие во всероссийском этапе премии, который состоится в Москве в марте 2016 года. Но вне зависимости от результатов, эти предприниматели уже получили главное – внимание к своим проектам и новые идеи. Дарья Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».